Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на нашем очередном вебинаре. Правда, уже неправильный понедельник, скажем так, правильный вторник, но в целом посыл от этого не меняется. Традиционная проверка связи, как меня слышно и нет ли проблем с изображением. Если все отлично, можно поставить плюсики либо в общий чат, либо в рубрику «Вопросы». Как меня слышно и нет ли проблем с изображением? Большое спасибо. Вот те, кто в курсе, знают. Обратная связь, безусловно, необходима. Поскольку теперь вижу, что проблем нет, можно, соответственно, двигаться дальше. Хочу сразу извиниться за то, что вот некоторое время у нас уже нет брифингов ежедневных. Особенно они важны для тех, кто так же, как и мы, держит руку на пульсе и, соответственно, следит за общим фундаментальным фоном. Именно от, скажем, отталкиваясь от новостного фона и картины, мы и строим наши основные инвестиционные идеи. Поэтому с завтрашнего дня брифинги будут возобновлены в штатном режиме. Соответственно, с утра брифинг, актуальный новостной фон, но завтра я сделаю некоторые исключения. Нужно все-таки освежить представление не только о том, что же случилось за прошедшие торговые сутки, но и пробежаться еще по последним дням, потому что на прошлой неделе у нас два крутейших события, инфоповода, которые непременно будут оказывать серьезное влияние на дальнейшую динамику многих активов. Это, безусловно, ЕЦБ и ОПЕК. Ну, ОПЕК, может быть, не стал тем долгожданным черным лебедем, хотя и создал неплохие условия для дальнейших динамики и бренд, и WTI. Но вот что касается ЕЦБ, то здесь нам, безусловно, есть о чем поговорить, есть что проанализировать и, соответственно, может быть, даже детально обсудить, опять же, дальнейший вектор монетарной политики. Но, забегая вперед, хочу сразу сказать, что в целом ничего сломного для понижательного тренда не произошло. И, напротив, то, что мы видели, это, по сути, выпад наверх, который можно трактовать как подаренную возможность тем трейдерам, которые еще, скажем, скептически относились к потенциалу коррекции европейской валюты, гадали, когда же все-таки войти в эту сделку. Если, соответственно, не сделали этого тогда, когда евро реально шел неплохо вниз, то сейчас, после того, как европейская валюта выстрелила на несколько сотен пунктов вверх и, по сути, сейчас находится недалеко от уровня 1.10, есть отличная возможность, чтобы все-таки не повторить ошибку с промедлением и входом в очень перспективный тандем валютных активов, особенно с точки зрения реализации коррекционного потенциала. Но обо всем поговорим конкретнее. Сегодня я, безусловно, пробежусь по основным событиям, поскольку у нас задача каждого правильного понедельника – это оценка общей фундаментальной картины. Но завтра я еще, с вашего позволения, сделаю больше акцент на новостной фон, на актуальные макроэкономические данные. И, соответственно, завтра мы выстроим уже не стратегические ожидания, которых обычно придерживаемся в рамках недели, а тактические цели, которые, может быть, удастся реализовать даже ранее завершения этого забега на 5 полноценных торговых суток. Хотя осталось у нас, по сути, 4 дня. Теперь все-таки давайте переходить к вебинару. Напомню, что сценарий у нас прежний, традиционный, общепринятый. Это оценка новостного фона прошлой недели. Коснемся основных событий, это очень важно. Потом я плавно перейду к тому, что же у нас интересного впереди. Ну и заключительным слайдом и, соответственно, заключительным аккордом всего вебинара станет уже оглашение и обозначение целей, ориентиров по основным ключевым, наиболее ликвидным валютным парам. И снова я акцентирую ваше внимание на то, что у вас, в принципе, у каждого есть возможность присоединиться к, скажем, расширению такого информационного функционала каждого вебинара. И если есть какой-то актив, который вот прямо очень вас интересует, вы, разумеется, можете об этом мне сообщать прям либо в общем чате, либо в рубрике «Вопросы», оставлять свои комментарии на нашем официальном канале на YouTube, ну и, разумеется, пользоваться нашим форумом, форумом Markets, где у меня есть своя аналитическая ветка, где вы также можете найти для себя дополнительный канал коммуникации со мной, если вас интересует мое субъективное, безусловно, мнение. Но еще раз отмечаю, что с вашей оценкой перспектив определенного актива, неважно, валюта это или какой-нибудь фондовый инструмент, может быть, даже производный актив. В общем, вместе мы сможем, наверное, найти золотую середину и определить, какие ожидания, какие цели придерживаться по любому спектру финансовых активов, ну, либо отдельно взятому инструменту. Я очень
Буду рад такому фидбэку, потому что мне всегда приятно пообщаться с людьми, которые также заинтересованы, скажем, в оценке ситуации и с таким же вниманием относятся, соответственно, к тем событиям, которые происходят на финансовых рынках. Но теперь давайте все-таки не будем уже более отходить от нашего сценария. Начнем мы буквально с самого начала, с того, как европейская валюта также начинала неделю. И, честно говоря, начало прошлой пятидневки было весьма скромным. По сути, евро понедельник закрыл торговый день с символичными потерями на уровне 1.0562. Далее ситуация изменилась, и уже во вторник евро прервало коррекционную динамику прошлых дней, восстановившись против американского конкурента до уровня 1.0630. Стоит отметить то, что обычай откат по паре евро-доллар, который мы наблюдали, опять же, в начале прошлой недели, был вполне обоснован, особенно после выхода слабых данных по промышленному сектору Китая, снова заставивших трейдеров переориентировать собственные капиталы в направлении защитных активов. И главный валютный риск в этой связи получил преимущество, будучи классической валютой фондирования и финансирования. Хочу также отметить, что сегодня у нас был целый блок макроэкономических данных по Китаю, в частности, торговый баланс, импорт и экспорт. И если вы следили за этим отчетом, то смогли прекрасно заметить то, что Китай снова разочаровал участников рынка, поскольку отличился еще одним слабым релизом по состоянию экспорта. То есть та статья, которая, по идее, должна была оказать позитивное влияние на экономику, ну или, по крайней мере, должна была сломать вот этот негативный тренд в представлениях трейдеров о том, что дальше будет только хуже. К сожалению, эта статья пока по-прежнему остается на негативной территории. Мы видим то, что экспорт продолжает падать. И даже только на основании одного экспорта и факта его снижения можно сделать вывод о том, что жесткая экономика Китая, посадка продолжается. Мы, разумеется, следим за макроэкономическими отчетами, за статистикой. И, опять же, учитывая последние данные, только констатируем общий негатив, который характерен для этого региона. И слабость, опять же, китайской статистики мы тут же начинаем дисконтировать. И в слабость сырьевых активов, посмотрите, что сегодня творится с нефтью. Мы видим то, что во время ОПЕК, да, был получен серьезный сигнал для того, чтобы Brent можно было и дальше продавать по совместительству с маркой WTI. Эта идея реализуется сегодня. Дополнительный пинок, скажем, для коррекционной идеи нефть получила от слабой статистики по Китаю. Я думаю, что мы планомерно вот уже в самое ближайшее время сможем даже очутиться ниже 40 долларов за баррель. Это наша долгосрочная цель. Вы видите то, что нам удается, скажем, четко определять ориентиры. Все-таки очень много работы в связи с этим проделывается, совместно, разумеется, моей и вашей. И если мы тогда высмотрели еще несколько месяцев назад то, что Brent все-таки, как ни крути, остается аутсайдером рынка, сейчас мы подтверждаем этот факт. Действительно, ситуация не меняется, Brent активно теряет. А что происходит с рублем, вы также прекрасно видите. Когда мы обозначили идею того, что рубль непременно столкнется с еще одним витком девальвации, окажется выше 65 рублей против доллара, честно признаюсь, общался со многими своими коллегами по цеху, скажем так, и мне настойчиво пытались, скажем, обозначить идею, которая сейчас присутствует на рынке, которая является абсолютно обоснованной, связанной с тем, что рубль будет дальше только укрепляться. Я, разумеется, не видел для этого никаких, ни малейших оснований. Дискутировать особо по этому поводу не хотелось, потому что все-таки зачем дискутировать, если, в общем, налицо все факты, которые указывают на то, что рублю придется нелегко, потому что рубль по-прежнему привязан к стоимости сырьевых активов, а нефть у нас продолжает снижаться. И вот сейчас мы видим ослабление нефти, и рубль уже недалеко от значения 70 против американского конкурента. То есть это та цель, которую, наверное, ставили только мы на рынке. Я думаю, что были несколько другие ожидания. Мы оказались правы. И, может быть, скажем, для экономики это, разумеется, очень негативный фактор. Для российской экономики это совершенно очевидно, потому что девальвация курса национальной валюты, она приводит к постепенному разгону уровня инфляции. Значит, растут цены, а учитывая то, что зарплаты снижаются, и к концу этого негативного тренда пока что нет, скорее всего, с большой долей вероятности мы будем констатировать спустя какое-то время,
время еще более глубокие темпы экономического спада. Но пока все-таки давайте не обозначать такие высокопарные цели, как благосостояние экономики российской, может быть, важной для нас. Будем говорить по факту и непосредственно по самому прямому влиянию того, что мы видим на рынке, на те активы, которые нас интересуют. И если выстроить эту логическую цепочку, прийти к абсолютно правильному умозаключению, мы видим то, что рубль девальвируется, и, скорее всего, сейчас уже можно обозначать еще более серьезно, более высокие уровни ослабления национального валютного актива против доллара. Может быть, стоит замахнуться уже на значение 72-73. В общем, мы продолжим следить за ситуацией. Завтра в ходе брифинга я уже расскажу о том, как мы сегодня по нефти закроемся, и посмотрим затем, что же делать с этими активами дальше. Что касается других активов, напомню, что в начале прошлой недели, когда я отметил слабую статистику по Китаю, сделал вывод о том, что этот слабый макроэкономический фон является поддержкой для валюты европейской, потому что валюта – это классический инструмент финансирования и фондирования. Сегодня, в принципе, эта логика работает. Мы видим то, что коррекционный запал последних дней исчерпался локально, и европейская валюта несколько восстанавливается. Опять же, это связано с тем же самым сценарием, который я только что обозначил. В прошлой неделе европейской валюте вначале еще оказал поддержку и национальный фундаментальный фон. В частности, уровень безработицы в еврозоне в октябре после снижения третий месяц подряд достиг, по сути, минимального значения с января 2012 года. Тем не менее, он все равно остается на одном из самых высоких значений среди всех развитых стран. Не меньший прогресс был зафиксирован на рынке труда Германии, где количество безработных за прошлый месяц снизилось на 5000. При этом уровень безработицы оказался на минимуме за много лет. Внутри дня вышли и данные по индексу деловой активности в производственном секторе маркет еврозоны, которые, как и предполагалось, продолжили указывать на высокие риски стагнации промышленного сектора, что в целом не позволяет валютному блоку наверстать прежние темпы экономического восстановления. Доллар во вторник вынужден был отступить, не получив поддержки от макроэкономической статистики. В частности, индекс постепенного разгона инфляции, на который я рекомендовал сделать ставку, несколько разочаровал, потому что по факту мы увидели 35 с небольшим против тех ожиданий, которые предполагали возможность увеличения разгона этого показателя до 40. Индекс производственной активности ISM, также по США, 48,6 против прогноза 50,3. В целом, вроде бы, тоже негатив, но еще раз отмечаю тот факт, что, наверное, какую бы мы статистику сейчас по США не получили, особенно в свете очевидного прироста заработных плат, постепенного разгона уровня инфляционного давления, да и очевидного прогресса на рынке труда, наверное, уже ничто не может переубедить трейдеров отказаться от идеи покупки американца в преддверии нормализации денежно-кредитной политики и повышения процентной ставки. Качели продолжились и в среду, активы снова сделали своеобразную такую рокировку и поменялись ролями лидеров и аутсайдеров. Евро снова провалилась, особенно, скажем, на фоне тех новостных поводов, которые появлялись в рамках дня. Вслед за евро последовали и другие рисковые инструменты, а вот доллар в связи с этим начал неплохо отыгрываться. Потери европейской валюты начались сразу же после публикации данных по индексу потребительских цен еврозоны. Это, наверное, самый крутой отчет европейского происхождения, помимо каких-то интересных заявлений со стороны Марио Драги, ну и изменений монетарной политики, также в рамках еврозоны. Индекс потребительских цен для нас имеет сейчас ключевое значение, потому что мы знаем, что именно этот макроэкономический отчет позволяет нам продолжать спекуляции на тему более возможности, более агрессивного выкупа активов, потому что мы знаем, что низкая инфляция – это слабая потребительская активность, это очень плохие показатели по розничным продажам, ну и, соответственно, отсутствие ускорителя для экономического прироста в целом. Что касается статистики, общая инфляция в ноябре в еврозоне выросла всего лишь на 0,1%, в то время как прогноз был 0,2%. Основной индекс потребительских цен снизился с 1,1% до 0,9%. То есть евро, разумеется, еще в преддверии, опять же, заседания Европейского центрального банка
банка и ожиданий логичных относительно того, что ЕЦБ на фоне этого отчета будет действовать и действовать весьма решительно, пошло снова вниз и оказалось в районе 7-месячного минимума. Это значение 1.0550. Сразу за европейской статистикой участники рынка переключились на выступление представителя ФРС Денниса Локкарда. Прежде всего, те, кто покупает американскую валюту, прекрасно знает, что если в календаре значится конференция этого высокопоставленного чиновника, смело можно ставить на укрепление позиции американца. И этот раз не стал исключением, потому что Локкард в очередной раз просигнализировал о том, что ФРС уже вполне готов к повышению процентных ставок, отметив, что низкая инфляция – это исключительно временное явление, а очевидное различие монетарных политик между тем же самым ЕЦБ и ФРС является серьезным аргументом для усиление позиций доллара и дальнейшего роста американца. И здесь, наверное, стоит отметить, что очевидный контраст в монетарных политиках мы наблюдаем не только между ЕЦБ и ФРС. Если сравнивать американский мегарегулятор, такая же разбалансировка характерна и для сравнения Банка Японии, соответственно, с ФРС, Резервного банка Австралии с ФРС, соответственно, Центрального банка Новой Зеландии с ФРС, Банка Канады. И я думаю, что не за горами уже серьезный вывод, к которому придут постепенно представители и Банка Англии, о том, что сейчас вообще не нужно задумываться об ужесточении монетарной политики, а видя то, что происходит с мировой экономикой, прежде всего с национальной статистикой по потребительской активности, и видя те риски, которые может дисконтировать британский регион в связи с более агрессивным потенциально выкупом активов со стороны Европейского центрального банка, мне кажется, и в рамках Банка Англии мы сейчас уже можем больше рассчитывать на то, что британский мегарегулятор пойдет на дополнительный шаг, предполагающий расширение экономических стимулов. Ну что же это может быть? Это может быть увеличение программы покупки активов, либо также снижение процентной ставки. И если сослаться, опять же, на комментарии Карни, председателя Банка Англии, действительно такая позиция уже есть. И может быть в кулуарах она уже обсуждалась. Нам самое главное позиционно к этому подготовиться и, разумеется, не позволять рынку, а может быть даже толпе, которая на нем всегда присутствует, навязать себе представление о том, что дальше фунт будет расти долгосрочно. Мы же с вами прекрасно знаем то, что тот анализ, который мы проводим, долгосрочный прежде всего, краткосрочно это не совсем благодарное дело строить прогнозы. Я на это постоянно делаю акцент. Но среднедолгосрочно можно попытаться. Соответственно, те ориентиры, которые мы закладывали уже неоднократно по большинству активов, они сохраняются. Мы видим, как они реально реализуются, они отрабатывают и позволяют нам долгосрочно фиксировать профитные сделки и ордера. По фунту это по-прежнему ставка, которая делается на коррекцию. Ну, что касается британской валюты, мы, собственно, к ней еще вернемся. И каждый брифинг у меня есть возможность касаться этого актива и, соответственно, актуализировать то, что мы имеем прямо в сухом остатке по факту с этим инструментом. Параллельно с выступлением Локкарда стоит отметить еще и публикацию данных по американскому рынку труда. В частности, если у нас на повестке значится Non-Farm Payrolls, то прежде чем мы к нему подбираемся, у нас есть возможность оценить отчет частного агентства ADP, но также предполагающий возможность увидеть объективные данные по числу новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора. Но это, правда, частная оценка. Non-Farm Payrolls – это уже официальные данные, которые закладываются во главе всего, чтобы строить дальнейшие инвестиционные идеи и, соответственно, прогнозировать поведение американца. Мы сначала смотрим на ADP, и так, собственно, поступают все участники рынка. Между ADP и Non-Farm Payrolls обычно редко наблюдается серьезное расхождение. Хотя были, конечно же, случаи, которые говорят о том, что такое ощущение, что это абсолютно разные показатели, и они характеризуют разные сектора в рамках американской экономики. Но в большинстве своем случаев показатели практически совпадают, и если мы получаем хорошие данные по ADP, значит, большой долей вероятности можно закладывать ожидания хорошего, сильного отчета уже и от Non-Farm Payrolls. Как и предполагалось, отчет превзошел все ожидания. По факту мы увидели 217 тысяч новых рабочих мест против прогноза 190 тысяч, и на этом фоне доллар просто не мог не вырасти и, соответственно, не порадовать тех трейдеров, которые делают ставку на усиление позиции американской валюты. Кроме того, без поддержки
американскую валюту не оставила и Джанет Йеллен, которая является председателем ФРС. В ходе своей конференции она в очередной раз подтвердила, что промедление с повышением процентных ставок сейчас может быть причиной резкого ужесточения в будущем. И если вы не уделяли достаточного внимания вот последним заявлениям Джанет Йеллен, я скажу то, что я уделял. Я, в принципе, стараюсь отслеживать общую риторику, скажем, вычленять из конференции те фразы, которые являются определяющим. И мне кажется, что если Джанет Йеллен обозначила риски, связанные с возможностью более серьезного и быстрого ужесточения монетарной политики в будущем, это как раз тот самый аргумент, между строк которого можно прочитать возможность того, что ФРС не будет дожидаться более отсроченных периодов, а пойдет как раз на то самое решение, на которое мы ориентируемся, гораздо раньше. Гораздо раньше — это, по сути, уже через одну неделю. То есть в середине декабря нас ожидает очередная встреча ФРС, которая может оказаться куда даже более интересной, чем то, что мы видели по факту публикации обновленных параметров европейской политики монетарного характера. И сейчас у нас есть еще на повестке, опять же, до конца года серьезные события, которые мы, разумеется, продолжаем ожидать, к которому готовимся, потому что парочку наших идей инвестиционных по-прежнему требует очень серьезной поддержки для доллара, чтобы мы смогли добраться до наших профитных ориентиров. Это коррекция австралийца, это рост пары USD/CAD, и это еще более серьезное восходящее движение по паре USD/Swiss. Поэтому, прежде чем мы коснемся наших профитных ориентиров, я в этом практически не сомневаюсь, знаете, на уровне даже вербальных ощущений, я считаю то, что мы добьемся реализации и закрытия этих ордеров по нашим профитным значениям. Ну, вам, конечно же, стоит делать то же самое, потому что, опять же, личная убежденность — это еще один фактор поддержки, который как бы эмоционально еще позволяет нам добиваться тех целей, которых мы придерживаемся на рынке финансовых активов. Поскольку Джанет Йеллен в очередной раз намекнула нам на то, что стоит ожидать, соответственно, повышения процентной ставки, для доллара это стало еще одним поводом для роста. Также она сделала ремарочку касательно показателей по инфляции, отметив то, что инфляция достигнет своих целевых значений. Напомню, что для ФРС целевые значения — это 2% в перспективе ближайших 2 лет. Ну, я надеялся то, что это произойдет пораньше, может быть, Джанет Йеллен также взяла запасом, и по факту мы увидим 2% инфляцию ранее, скажем, перспективу в 2 года. Но в любом случае это позитивное следствие, которое оказало поддержку доллару и позволило ему против японского конкурента снова оказаться выше сопротивления 123. В частности, после, опять же, комментариев Йеллен, это торговая сессия среды, по паре USD/иена мы добрались до локального хая, который был зафиксирован в районе 123.23. Из важных отчетов среды можно также отметить решение Банка Канады сохранить ставку на прежнем уровне в 0,5%. Тем не менее, как и ранее, руководство Банка Англии обозначило серьезные риски, которые характерны для национальной экономики. И очень много было сказано про возможность еще большей просадки цен на энергоресурсы. Мы знаем, конечно же, это и без Банка Канады, но учитывая то, что канадский мегарегулятор реально обеспокоен этой ситуацией, нужно понимать то, что с большей долей вероятности сейчас стоит ожидать девальвацию канадской валюты. Это, в принципе, такая же логика, как и с российским валютным активом. Поэтому USD/CAD, наша цель, значится выше уровня 1.35, хотя мы планировали добраться сейчас до значения 1.35. Я считаю то, что этот уровень, конечно же, будет протестирован. Мы сможем, соответственно, оказаться рядом с этим рубежом, какое-то время проторговаться там, ну и поставить после этого уже новые ожидания, новые цели. И все равно полагаю, что даже если у нас и представится возможность до конца этого года обозначить новые цели, они все равно будут предполагать возможности усиления позиции американца и еще большего ослабления канадской валюты. В числе аутсайдеров, соответственно, да, правильный комментарий, который сделан сейчас по USD/CAD. Я хотел, конечно же, оставить на десерт констатацию реализации нашей профитной идеи, но, в принципе, вы уже опередили меня. Соответственно, по USD/CAD мы добрались до нашего профитного ориентира 1.35. Что касается дальнейших целей, все-таки потерпите до завтрашнего утра. В ходе брифинга я анонсирую уже новые ориентиры, которых мы будем дальше
придерживаться до конца этого года. Тем более, что по паре USD CAD мы не дождались еще одного серьезного шага, который будет предполагать еще более серьезное ослабление канадской валюты. Это, конечно же, еще одно снижение процентной ставки. В числе аутсайдеров оказалась и нефть после выхода данных по запасам нефти США, которые, как мы и думали, снова выросли. В частности, по официальным данным 1,17 миллиона против прошлого 0,96. Кроме того, хочу обратить ваше внимание на то, что помимо данных по росту запасов до также заседания ОПЕК, у нас была возможность еще проанализировать актуальные цифры по производству нефти США. И в частности, агентство энергетической информации США сообщило о том, что объемы добычи снова выросли на 37 тысяч баррелей в сутки до фактической цифры 9,2 миллиона баррелей. То есть мы видим, что перепроизводство на рынке по-прежнему зашкаливает, и мы, значит, по-прежнему, как Церберы, держимся просто за идею, связанную с очень значительным расхождением спроса и предложения. И эта идея позволяет нам планомерно, весьма убедительно, четко ставить на ослабление нефти и, соответственно, снижаться вместе с этим активом. И каждый раз на очередном витке ослабления и Brent, и WTI, но все зависит от того, какой актив вас больше интересует из, скажем, кластера энергоресурсов, но добираться профитных значений, что, собственно, мы и делаем вот последние много месяцев уже. Поэтому нефть для многих, лично для меня точно, уже стала давно дружеским инструментом, который позволил заработать достаточно денег. И я надеюсь, что вы также разделяете такую же позицию, потому что я, что сейчас, что месяц назад, что квартал назад, постоянно говорил вам о том, что Brent нужно продавать. И ни разу я не позволил рынку, опять же, убедить себя в том, что Brent уже нащупал дно, а нефть будет дальше только восстанавливаться. Вы видите, что сейчас этого не происходит, и, скорее всего, дальше мы пойдем, как я уже отмечал, еще ниже. Поэтому мы видели на прошлой неделе, буквально в среду, как, соответственно, Brent продолжил медвежье ралли, добрался до уровня 42-43, сейчас значение уже ниже. Серьезными потерями среда обернулась и для фунта, который достиг апрельского минимума на уровне 1.4893. Не думаю я, конечно же, что мы увидим такую прям резкую просадку по британской валюте, но в целом это произошло. Да и сейчас нужно прекрасно понимать, что в целом ничего не изменилось касательно перспектив и по британской валюте, потому что мы по-прежнему осознаем тот факт, что повышения процентной ставки не будет. Соответственно, инфляция, если достигнет своего целевого значения, это будет очень не скоро. Но и здесь мы, говоря про перспективы фунта, еще проводим четкие параллели сейчас и с состоянием монетарного курса еврозоны. И учитывая то, что мы ожидаем еще больше ослабления европейской валюты, понятное дело, что такие же риски характерны и для британской валюты. Разумеется, так мы подобрались планомерно к четвергу, по сути, день уникального явления, когда рынок, по сути, наблюдал самого настоящего черного лебедя. Маленького такого, не того черного лебедя, который спровоцировал серьезную динамику в начале этого года по паре евро на свисе, да и с любым активом против швейцарца, но все равно то восходящее движение в несколько сотен пунктов в моменте, которое мы видели по евро-доллару, позволяет нам безошибочно констатировать о том, что это было беспрецедентное событие. И проводил такую параллель, что вот этот черный лебедь сел на дневную свечку и лапками вытащил, опять же, дневной таймфрейм по паре евро-доллар к тем уровням, которые, по сути, можно говорить, на которых пара торгуется сейчас. Это практически значение 1.10. Полагаю, будет лишним делать какой-то акцент на локальную статистику, которая была опубликована в четверг, поскольку совершенно очевидно, что в четверг балом правил Европейский центральный банк, и именно его решение стало ключевой причиной той бешеной волатильности, которую, собственно, мы и наблюдали. Итак, давайте все-таки по порядку. Какие решения мы видели по факту ЕЦБ? Это решение по процентной ставке. Она, собственно, осталась на прежнем уровне 0,5%. Далее, ставка по депозитам. Мы знаем, то, что раньше она была минус 0,2%, но до этого получали сигналы о том, что ЕЦБ допускают возможности ступенчатого снижения отрицательных процентных ставок по депозиту. И готовились к этому, только готовились к более серьезным и агрессивным действиям.
Ну, по факту мы увидели то, что ставку снизили, но всего лишь на 0,1%. Соответственно, сейчас у нас показатель минус 0,3% по ставке по депозитам. Программа количественного смягчения. Ее объемы не были увеличены, хотя мы ожидали этого. И, наверное, если бы все-таки мы увидели шаг более агрессивного выкупа активов, европейская валюта имела бы дело с другим трендом локальным и, может быть, уже добралась до тех очень глубоких значений, которые являются по-прежнему основой для наших долгосрочных ориентиров. Это, по сути, движение в район паритета. Но сначала можно, конечно же, добраться, стоит сначала добраться до значения пониже, это оказаться снова ниже уровня 1.05, и только потом уже актуализировать ожидания, которые касаются возможности обновления и паритетного значения. То есть ЕЦБ, в отличие от ожиданий, не стал увеличивать месячный размер, сохранив его на прежнем уровне. И вот на самом деле после того, как рынок понял это, то, что расширения программы QE не было, тут-то и началось. Евро в прямом смысле за несколько минут прибавило более 300 пунктов, добравшееся до уровня 1.0980. Хотя я сразу хочу здесь сделать ремарку касательно ожиданий многих инвестиционных банков. И эти ожидания полностью разделяю я. Вот в частности, BNP Paribas, Morgan Stanley, Citi, они отмечают то, что их прежние ожидания, предполагающие возможность паритета, они ничуть не изменились после того события, которое стало реальностью для рынка в прошлый четверг. И это правильные ожидания, потому что в целом мы только увидели обновленный вектор, на самом деле, по монетарной политике. Но все равно прекрасно понимаем то, что то самое главное решение – это расширение программы количественного смягчения. Это, по сути, патрон, который остался в обойме. А Драги просто убрал палец спускового крючка. И пистолет этот остался при нем все равно. Соответственно, если мы и дальше будем наблюдать снижение индекса потребительских цен, я в этом вообще не сомневаюсь ни грамма. Особенно после последнего отчета. Значит, расширение программы количественного смягчения – это вопрос ближайшего времени. Поэтому, почему Драги не стал делать большего? В ответах на вопросы, в особенности Драги специально упомянул, что он верит в перспективу восстановления экономики валютного блока и без дополнительных серьезных шагов экономического смягчения. Но это также можно интерпретировать, что в случае дальнейшего ухудшения прогнозов по экономическому росту и по инфляции будут все-таки предприняты эти шаги, эти меры и действия, которые в конечном счете и приведут к еще большему ослаблению европейской валюты. Ключевая причина вот этого безудержного роста европейского актива – это избыточные ожидания, которые присутствовали на рынке, и то, что эти избыточные ожидания не были удовлетворены. Тем не менее, риски того, что ЕЦБ будет действовать дальше, сохраняются, и я считаю то, что это даже не риски, это, по сути, дорожная карта, которая говорит о том, что же ЕЦБ будет делать дальше. Остановить рост евро не смогла даже конференция Йеллен, где она весьма недвусмысленно дала понять, что рынку стоит готовиться к нормализации денежно-кредитной политики. То есть уже второй раз за одну неделю она явно дала сигнал, особенно тем трейдерам, которые готовы улавливать подобные заявления и подобные признаки и факторы, которые появляются на рынке. Сигнал в пользу того, что доллар будет только расти. И сейчас лучше, конечно же, не облажаться с потенциальной оценкой какой-то слабости американской валюты, потому что долгосрочно, особенно по факту возможности этого решения, мы понимаем то, что доллар неплохо подрастет и, соответственно, окажет очень серьезное давление на всех своих конкурентов. А вслед за евро в плане роста последовали и другие валюты. Понятно, что в этой связи, в связи с ростом европейской валюты, общий интерес к рисковым инструментам возрос, и, по сути, евро стало тем самым инструментом, который формировал рыночное настроение. И рыночное настроение явно располагало к покупкам рисковых активов. Фунт-доллар достиг уровня 1.5141, это, в частности, плюс 200 пунктов. Австралийцы и новозеландцы добрались до уровней 0.7338 и 0.6685, соответственно. Пара USD-иена при этом просела. Правда, очень символично, можно сказать, на чуть-чуть. 122.59. Но уже в пятницу мы видели то, что американец сразу же поспешил реабилитироваться и отыгрывать пункты против своего американского японского конкурента. И в пятницу
был соответствующий фон, который способствовал усилению позиций доллара. То есть в пятницу, можно сказать, у нас осталась заключительная торговая сессия, но по своему содержанию экономического календаря она была очень интересная. То есть у нас, по сути, на десерт осталось два серьезных инфоповода. Это прежде всего ОПЕК, который, как и предполагалось, решил не менять текущий уровень производства 30 миллионов баррелей в сутки. Тем не менее, стоит также здесь отметить, что группа не смогла договориться о потолке производства после разногласий между Саудовской Аравией и Ираном. И это произошло, между прочим, впервые за 10 лет, потому что ранее всегда определялись лимиты, к которым стремились фактически объемы производства, и эти лимиты позволяли рынку ориентироваться хоть на какую-то вводную в плане фактических цифр на рынке. Сейчас этих лимитов нету, и если мы уже наблюдаем, по сути, фактически объемы производства 31,5 миллиона баррелей, я считаю то, что в преддверии дополнительных поставок со стороны Ирана, Ирака, Индонезии, можно вообще делать ставку на то, что до следующего заседания ОПЕК, которое по плану уже состоится летом, в июне, у нас фактически объемы производства в рамках ОПЕК могут быть доведены даже до 33 миллионов баррелей в сутки. Если это произойдет, здесь либо стоит делать ставку на то, что Китай очень быстро оклемается и, соответственно, создаст условия для экономического восстановления всей мировой экономики и создаст условия для спроса. Либо мы будем сыпаться и снижаться вместе с Брентом и WTI к новым минимальным значениям и обновлению многолетних минимумов. То есть уйдем ниже уровня 40. Здесь, пожалуй, стоит также сделать лирическое отступление, которое ссылается на прогнозы многих инвестиционных банков. И согласно этим прогнозам, в частности, Brent может добраться в перспективе ближайших 6 месяцев даже до уровня $30 за баррель. То есть это вообще катастрофа для российской валюты, если это случится. Ну и еще, конечно же, другой серьезный инфоповод дня пятницы – это американская статистика по рынку труда, то есть число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора. В частности, количество новых рабочих мест увеличилось с учетом сезона колебаний на 211 тысяч. Кроме того, в сторону повышения были пересмотрены цифры и за сентябрь, и за октябрь, примерно на 35 тысяч. Что в целом стало сигналом того, что американский рынок труда серьезно неплохо восстанавливается. И несмотря даже на сильный найм, уровень безработицы остался на прежнем уровне в 5%. Хотя я думаю, что здесь никакого негатива ни в коем случае не нужно искать, потому что 5% это как раз тот самый целевой ориентир, который был заложен в основу вообще деятельности ФРС с момента кризиса 2008 года. И спустя вот, по сути, 7 лет ФРС все-таки смог добиться реализации этой задачи. 5% снова низкая безработица, они, по сути, снизились безработицы в 10%. Молодцы, конечно же. Всем бы такую отдачу и такую результативность. Что касается инфляции, здесь понятно, есть еще риски. По-моему, даже единственный риск сейчас для США – это низкие показатели по инфляции. Именно они сейчас еще не позволяют рынку вот полностью собраться единым позиционированием в пользу того, что пора повышать процентные ставки. Но мы с вами анализируем не просто отчеты по индексу потребительских цен и уровню инфляционного давления. Мы смотрим на те факторы, которые могут создать условия для роста этого показателя. Это динамика роста заработных плат, это индекс цен производителей и потребительская активность. Да и в частности рост личных доходов и расходов в рамках, точнее, расходов и доходов американскими потребителями. И вот этот блок данных в целом позволяет нам говорить о том, что все-таки основание для роста индекса потребительских цен, оно уже есть. Нам осталось только дождаться этого прироста. Поэтому, получив еще одно подтверждение по силе американского рынка труда, разумеется, доллар снова стал лидером рынка и продолжил бычье ралли и смог выбраться снова выше сопротивления 123. Евро и прочие рисковые инструменты в пятницу корректировались, хотя такая же коррекционная динамика была характерна и на торговой сессии в понедельник. Здесь тоже все понятно. Собственно, это что касается основных макроэкономических отчетов прошлой недели. Я надеюсь, что тот анализ, который мы провели, является всеобъемлющим. Я старался не упустить ни одного события. И если есть вопросы, вы их, конечно же, можете задавать. Ну, а я тем временем плавно перейду к, по сути, сегодняшнему дню, хотя его в целом можно уже пропустить.
Завтра у нас торговый баланс Германии, изменение запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США и решение по ставке Новой Зеландии. Понятно, что здесь для тех трейдеров, которые интересуются нефтью, очень важным будет как раз динамика запасов нефти. Думаю, что у нас будет прирост, а значит, мы будем еще больше проседать по бренду. Но самым важным отчетом будет все-таки решение Резервного банка Новой Зеландии по ставке, потому что я не сомневаюсь практически в том, что Резервный банк пойдет на еще одно снижение ставки с 2,75%, может быть, на 25 базисных пунктов. Если это случится, значит, мы сможем получить серьезный убедительный аргумент для коррекции новозеландской валюты. И, может быть, эта негативная тенденция также очень быстро будет, которая может быть характерна для новозеландской валюты, очень быстро подхватится и австралийцам. И мы сразу убьем, по сути, одним выстрелом через снижение процентной ставки в Новой Зеландии двух зайцев. Под двумя зайцами я подразумеваю две коррекционные идеи по паре OUT-USD и NZD-USD. Поэтому очень большую ставку я делаю на завтрашнее заседание Новой Зеландии, Резервного банка. И полагаю, что наконец-таки мы сможем получить дополнительный повод для реализации наших долгосрочных идей, предполагающих ослабление АУСИ и, соответственно, Киеви. Что касается четверга, здесь отчетов будет очень много, и в целом самые интересные из них будут предполагать на статистику, точнее, анализ статистики из Англии. Это планируемый объем покупки активов Банком Англии, решение по процентной ставке и голосование по измене монетарной политики. Но здесь понятно, все без изменений будет. Хотя, если, скажем, в ходе прошлого голосования в пользу того, что монетарную политику стоит изменять в сторону ужесточения, то есть можно повышать процентную ставку, высказался один голосующий член из 9. Я считаю то, что сейчас, наверное, уже будет полное единогласие касательно того, что повышение процентной ставки стоит забыть. Поэтому завтрашний фундаментально насыщенный день по... точнее, не завтрашний, а четверг, можно будет использовать как очень насыщенную торговую сессию для разгрузки британца. И если все пойдет по тому сценарию, который хотелось бы увидеть, а я в этом практически не сомневаюсь, значит, британец продолжит оставаться аутсайдером и сохранит тот понижательный вектор, который должен быть характерен для этого актива. Еще хочу, чтобы вы обратили внимание на решение Национального банка Швейцарии по процентной ставке. Это сейчас также важный отчет, потому что мы руководствуемся еще в качестве одной инвестиционной идеи перспективами швейцарского франка и прекрасно понимаем то, что НБШ готов реально пойти на дополнительные шаги экономического стимулирования для экономики через снижение процентной ставки. Но нас прежде всего интересует ставка по депозитам. И напомню, что она сейчас в рамках Национального банка Швейцарии равна минус 0,75%. И я полагал то, что когда ЕЦБ будет рассматривать возможность изменения монетарной политики в рамках своего национального региона, они будут руководствоваться практикой Национального банка Швейцарии и пойдут на серьезное снижение процентной ставки, может быть, до минус 0,6% даже. Но этого не произошло, поэтому я считаю то, что это будет иметь, наверное, больше негативных последствий для ЕЦБ в целом, точнее, для европейской экономики, потому что ситуация с точки зрения макроэкономических отчетов не изменилась за последнее время, и такие незначительные элементы стимулирования, которые были задействованы ЕЦБ, они вряд ли смогут изменить вот этот общий негатив. Нужны серьезные шаги и серьезные изменения. Вот те, на которые, к примеру, некоторое время назад, ну, относительно некоторое время назад, пошел Национальный банк на Швейцарии. Ставку, скорее всего, сейчас вряд ли изменят, но мы прекрасно понимаем то, что если ЕЦБ пойдет на более агрессивный выкуп активов вот в первом квартале, во втором квартале 2016 года, то Национальный банк Швейцарии не будет также медлить и еще раз снизит процентную ставку. По версии многих аналитиков, что следующее снижение может предполагать смещение ставки по депозитам с минус 0,75% до минус 1,5%. И если это произойдет, швейцарская валюта реально будет таким же крутым и интересным аутсайдером, как и европейская валюта. В этой связи можно будет сразу делать ставку на рост евро-свисси и на рост пары USD-свисси. И что касается торговой сессии пятницы. Здесь у нас индекс потребительских цен по Германии, розничные продажи в США, индекс цен производителей в США и индекс потребительского доверия Мичиганского университета. Главный отчет – это розничные продажи, потому что, наверное, это один из самых последних релизов, который будет опубликован перед
важнейшим событием этого месяца, заседанием ФРС и возможностью повышения процентной ставки. Я думаю, что если розничные продажи будут хорошими, значит, можно будет сделать вывод о достаточной потребительской активности, о хороших заработных платах, хороших личных расходах, ну и опять же вернуться планомерно к той теме, которая связана с потенциальным ростом индекса потребительских цен. Значит, у ФРС будет еще один козырь для того, чтобы, точнее, у голосующих членов в пользу нормализации денежно-кредитной политики, чтобы все-таки уважить рынки, ну и, разумеется, в том числе позволить и нам добраться до нашей долгосрочной инвестиционной идеи, в том числе по паре USD-иена, которая предполагает движение выше уровня 125. Я надеюсь, что мы в самое ближайшее время сможем добраться и до этого сопротивления, то есть до этого профитного ориентира. Ну и последний слайд, как я отмечал, это ожидания ценовые по паре евро-доллар, аут USD, USD-иена и фунт напротив доллара. Вы сейчас видите на своих экранах. Собственно, на этом все. Если есть вопросы, вы можете их непременно мне задавать. Но более, наверное, детально мы разберем ситуацию еще в ходе завтрашнего брифинга. Поэтому воспользовался, скажем, сейчас своей возможностью и приглашаю вас, собственно, на завтрашний брифинг. Жду вопросов. Можно задавать либо в рубрику «Вопросы», либо в рубрику «Общий чат». Да, может быть, что касается цели по фунту доллара. Вебинар хотел провести еще вчера, поэтому прошу прощения за неактуальную идею. Это мое упущение. Значит, если у нас актуальная котировка сейчас 1.4958, тогда давайте можем замахнуться на еще более глубокое коррекционное движение, тем более, что у нас серьезный четверг впереди. И, пожалуй, следующей целью может оказаться поддержка в районе 1.49. Так, ну поскольку вопросов больше нет, Владислав, спасибо большое за комментарий. Сразу хочу сделать ремарочку, что каждый раз, когда я ставлю какие-то ценовые ожидания, ориентиры по валютным активам, по нефти, по другим инструментам, иногда мы касаемся их, эти идеи предполагают только долгосрочный анализ и взгляд. Что касается долгосрочных ориентиров, вроде бы как, учитывая тот детальный анализ, который мы проводим, удается нам правильно их определять. Но вы прекрасно понимаете то, что прежде чем мы добираемся до наших долгосрочных целей, мы видим серьезную проторговку и возможность даже, вот по факту, случаются даже такие черные лебеди, как это было в четверг. То есть, если вы будете придерживаться моих инвестиционных прогнозов и идей, я хочу, чтобы максимальное плечо, которое было задействовано при этом, не больше, чем 1 к 10. С этим плечом можно работать, и это плечо позволит вам пересидеть вот эту локальную неопределенность на рынке и при этом не налететь на уровни стоп-лосса, но все-таки при этом сохранить, опять же, общий позитивный взгляд на реализацию тех целей, которые присутствуют. Но прежде всего нужно, конечно же, дружить с риск-менеджментом и еще раз делаю акцент: максимальное плечо 1 к 10. Тогда вы сможете вместе со мной фиксировать многие профитные, соответственно, сделки, после этого обозначать новые и также планомерно двигаться к их закрытию исключительно по тейк-профиту. Возможно даже, что касается индикатора настроения, я рекомендую вам, может быть, даже сегодня, опять же, зайти в личный кабинет и посмотреть за тем позиционированием, которое показывает наш индикатор рыночных настроений Кайман. Это, по сути, то же самое, что и код, но в целом, наверное, наши данные более объективны, и они, по сути, в моменте позволяют, скажем, анализировать общее позиционирование и ту доминанту, которая присутствует на рынке, то есть медведи или быки.
Согласен с вами, Владислав. Вы, по сути, сами ответили на свой вопрос. И каждый раз, когда у меня спрашивают про перспективы золота, я возвращаюсь, опять же, к возможности ужесточения монетарной политики в рамках ФРС и аргументирую этим возможность еще большей просадки буквально всех драгметаллов. Это отчет, по сути, индикатор Чикагской, по-моему, биржи, который, по сути, показывает позиционирование на рынке и на самом деле демонстрирует общий интерес к покупкам американца либо другого актива, который вас интересует со стороны маркетмейкеров. Ждем уровень 1.05, как и раньше, и это только будет перевалочным пунктом, прежде чем мы сможем сходить еще ниже и двинуть в район паритета.